Школа коллекционирования Олега Боровко. Всем привет! Сейчас декабрь года 2021. Дорогие друзья, дорогие коллеги, дорогие клиенты и, главное, дорогие гномики и Деды Морозы. Я знаю, что вы думаете о подарках. Хочу вас предупредить, что, возможно, где-нибудь под конец декабря у нас в Латвии возникнет какой-нибудь праздничный локдаун, чтобы мы все не перезаражались. Но это не информация какая-то правительственная, а просто мое предупреждение. Покупайте подарки сейчас, пока все магазины открыты, пока везде и всюду все работает. И, кстати, сами подарки можно тоже начинать дарить уже сейчас. Во всяком случае, у нас в магазине уже по этому поводу стоит елка. Это такой наш подарок вам, дорогие друзья, кто придет, чтобы повысить ваше праздничное настроение. И на самом деле есть уже сообразительные клиенты, которые принесли вот вчера такой вот интересный краснодарский чай, нам подарили в связи с наступающими праздниками, да. Вот, он, скорее всего, продается и в магазинах Латвии. Вот, ну классно, короче, спасибо Деду Морозу, один из первых подарков, который мы получили. Вот, также хочу сказать, что у нас есть такой специальный носок, куда можно ложить гномикам и Дедам Морозам подарки. То есть мы сами готовы к встрече добрых волшебников. Вот к нам кто-то принес алкоголь, кстати, вот. Алкоголь вредит здоровью, сразу скажу. Первое и второе. Вот лично я алкоголь не употребляю. Поэтому можно приносить что-то другое, если хотите меня порадовать. Алкоголь я не пью, друзья. И вам не советую. Будьте здоровы. И еще просто похвастаться. Вот есть такие коробочки красивые. Короче, подарки уже начались. Свое движение по Риге. Поздравляйте, радуйте людей, пока это возможно. Будьте здоровы. И мы работаем все 5 дней в неделю. С понедельника по пятницу. С 10 до 17. Ждем вас в гости, у нас много интересного товара. Кстати, если у ваших друзей-коллекционеров есть вот такие носки, то сюда можно ложить какие-то монетки, небольшие альбомчики и много всяких полезных вещей. А если вы ничего не собираете, но попали на наше видео, у вас есть в семье кто-то, кто коллекционирует какие-то вещи, придите к нам, проконсультируйтесь, мы вам расскажем, что положить в такой праздничный носок людям, которые вам дороги, которым вы хотите сделать приятное в эти праздничные дни. На этом все. Пока-пока.